Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Half-Life эпизод 2. Half-Life 2 эпизод 2, вот так правильно сказать, если. И что ж, мы зашли на какую-то базу, по-моему. И сейчас, да, нас зашли на базу. И сейчас нам надо пробраться вот через эти токсичные. Так. На, нет. Так, а я уж даже не помню, подождите. Ты-то куда, падла? На. Ой-ой-ой. Все. На. Еще кто-то там в живых, что ли, остается? Прикрываю, Гордон. Конечно, прикрывай. Осторожней. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Тихо. Вот так. Так, ладно. На, мимо, да? На. Вот так вот. И так будет с каждой тварью, кто посмеет на меня покуситься. Господи, кто вас только наплодил? Опа, гранаты. Ой, я уже боюсь. Ну давай. Кто? Во-первых, кто? Во-вторых, где? Ладно. А, господи, это-то ладно. А, они там бесконечные, да? Ладно. Плевать, я на вас хотел. Альха! Фу, вот так вот. Так, гранату я взял. Теперь, блин, здесь. На. Так. На. На. Опаньки. Ладно. Обратно за гранатами я, конечно, не смогу вернуться, но я не жалею, что потратил их. Так, так, так. Вот так. Вот. Уа! Я заг...
Блин, не на ту нажал, но оказывается на две нажал сразу. И давай, 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 давай. Так. Неправильно, неправильно, неправильно. Надо делать все правильно. С машины слетел, да? Нет, я хочу это идеально пройти, потому что на таком кусочке-то уж. Ага. А вон оно что, Михалыч. Нифига не так. Вот так вот. А, блин. Вау. Так. Кстати, чего расстроился-то? У меня тут все на мази же было. Так. Так. Блин, блинские. Есть. Так. Вот так. Блин, пистолетный, вот вообще не хотел. Так, ладно. Давайте строить мостик. Да, блин, вообще не так. Нет. Не так. 95, нифига себе. Вот так, вот так. Вау! Ну, наконец-то! Ладно, лезем. Я уверен, что патронов-то мне так-то, по идее, хватит. Назад, блин, назад. Давай посмотрим. Не понял маленько. Давайте, сейчас они заново придут. Второй.
Вот так. На. Так. Как я понимаю, это не для дробовика. Не для пистолета. Для хорошего такого пистолета. Ладно. Давайте посмотрим, осмотримся. Для начала всегда надо осмотреться. Что мы видим? Мы видим... Господи, хрень мы видим. Что не можем подняться. Вон, назад, назад, назад. Опаньки. Так, ладно. Вы все будете вот здесь лежать. Вот так вот. Ничего, неплохо, да? И пойдем. А вот это уже плохо. Ладно. Видна, вот она. Так, как мне вас забрать? И оп. Это что за западло такое? Я так не согласен. На, не. Так. О, уже что-то. Ну, сяду я в машину и. Я как понимаю, мне надо на ту сторону. Только как мне это сделать? Так, КамАЗ здесь ни при чем. Нет, не так. Так я, блин, только страдаю. Итак, как мы это делаем? Для начала на... Блин. Вот сюда надо запрыгнуть. Так. Отсюда на крышу. И отсюда уже сюда. Блин. Не беда. Так, не беда. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Запрыгнули с этой кабины. Но это еще полдела. Так. Расчищаем место. Ну, надо нам не просто расчистить. Нам надо сделать так, чтобы мост туда перевалился. Два. Двигайся, двигайся.
упадет, нет? Опа! Давай, давай, давай. Машины это какие-то новые, отечественные почему-то. Игра-то американская. Опа! Все. Ну, почти все, потому что... Не, не. Нам же надо дорогу расчистить для нашей, для нашего транспорта. Вот сейчас мы сможем проехать. Поехали, поехали. Тихо, тихо. Вот так. Забираем наших хлопчиков, которые не могут окошечко разбить. Ты просто каскадер. Конечно. Хорошо, примем. Давай, не слышно, да, что ты скажешь? Боже мой. Говори. Только взгляни. Да я-то все видел. Вот это удача. А то. Я старался. Готовка. Старался. Хм. Если тебе, конечно, не нужно. Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие советников, готовых вылупиться. Если мы наткнемся на них, непременно уничтожим. Эта дорога ведет в Белую Рощу, но берегитесь. Не вам одним известно о ней. Не знаю, как тебя благодарить. Расцелуй его. Мы поступаем так, как велит наша природа, и не требуем благодарности. Ну что ж, открывай нам ворота. Мы поедем. Береги себя. Взаимно, люди. Прощайте. Знакомство с вами для меня честь. Прощай. А мы поехали. Блин, я не на ту нажал, что ли? В общем, как я прошел? Как я прошел? Я подожду тут. А прошел я очень просто. Залез по кабине грузовика. Скидал все машины на одну сторону и перебрался. Блин, я просто не на ту нажал. Скорее всего, да. Ладно. Мы будем посмотреть потом еще. Я так и знала, что прямых и коротких дорог не бывает. Видимо, придется искать объезд. Вот так вот я. На одну сторону моста машину столкал. Мост задрался, и я уехал. Так. Искать объезд. Что-то это странное. Что здесь имеется? Кто-то где-то что-то орёт. Понятно. Нифига не так. Береги себя. А? Люди, прощайте. Знакомство с вами для меня. Ну, видите, вот так вот поднял грузовиками. Блин, да. Мне кажется, я не на ту нажал, на запись. Поэтому так и получился. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Раз впереди у нас закрыто. Так. Так. Я так и знала, что прямых и коротких дорог не бывает.
Видимо, придется искать объезд. Ну вот он объезд, что его искать. Едем сюда, поедем обратно. Так, а куда вот только едем-то? Ну, давай. Если она не сломана, мы сможем предупредить ученых в Белой Роще. Они не подозревают, что на них движется компания. А что они вообще там делают? Они должны это были предвидеть. Итак. Ой-ой-ой. Никого нет. Должен быть передатчик. Хорошо. Сначала посмотрим. Осмотримся. Так. Давайте посмотрим здесь. Подожди, назад, назад, назад. Давай. Давай, 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 давай. Вот так. Ну, с одной стороны, неплохо. На. Что у нас за семейца? Правда, он обесточен. Надо найти источник питания. Так, давайте осмотримся для начала. Что у нас здесь еще имеется? Так. Так. Взяли для пистолета. Так, это мы подняться сюда, потом это вот сюда мы пройдем. Ну все ясно, как дважды два. Боже мой, портал набирает мощь. Давай. Надеюсь, мы успеем вовремя, чтобы его захлопнуть. Нам вот сюда надо подогнать. Вот так. Теперь давай посмотрим. Хотя вот здесь вот мы не смотрели, а там ничего нету, забор стоит. Так. Опаньки. Понятно. Давай, 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 давай. Все, так, готов. Гордон, надо подать ток. Да, стой. Понятно, так. Подать ток. Осторожнее, аккуратней.
Надо посмотреть, что здесь. Вау. Для автомата взял. Пойдем, пойдем, посмотрим. Подать ток. Да тихо ты. Подать ток. Так. На вышку, на вышку, на вышку, на вышку. Ай-яй-яй-яй. Первое у нас не работает, получается. Так. Опань. Я стою на страже, а ты посмотри, что внутри. Ой, там еще внизу есть. Начнем с малого. Так. Плохо. Что имеем? Так. Ой-ой-ой-ой. Как неохота туда спускаться. Ага. Спокойно. Так. Ага. Так. Ну это хорошо. Я... Что я сделал? Вот так я сделал. Гордон, прячься. Охотники. Они снаружи. И что нам? Долго прятаться? Сейчас они получат по заслугам. Тихо. Больше они не застанут меня по заслугам. Ай-яй-яй. Ну-ка назад, назад. Я что-то так не совсем понял. Она начала сама атаковать первой. Зачем? Он же убей. Сейчас они получат по заслугам. Больше они не застанут меня по заслугам. Ой. Ну-ка, у меня есть маленькая другая идея. Так. Бум. 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 Они так вообще нет действуют. Маленько не так, ладно. Тогда сделаем маленько по-другому.
Конечно, справились. Да сколько вас? Да. Где-то тут я видел. По крайней мере, я на это надеюсь. Ага. Вот оно. Где у меня тут? Да. Вот так, вот так. Зараза, снова они. Да что это, мать-то? Стой, 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 стой. Их опять двое, две штуки. Так, а я-то не подготовлен, да? Да, вот так вот. Ого. Надо связаться с нашими и ехать дальше. Видимо, это был разведотряд. Нифига себе разведотряд. Я готов был к зомбикам, но никак не вот к этим штукам. Так, минутку. Кто у нас тут? Где у нас тут? Что у нас тут? Гранату. Хотя откуда у меня тут гранаты? Ну что? Сейчас. Давай. Давай, давай. А мне пока пойду посмотрю. Может, где-то припасы есть для меня. Хоть где-нибудь. А, она с кем-то там уже связалась. Так. Да если бы я знал. Ну-ка, кстати, вот эти взрываются. Не взрывается. Опаньки. Ну и ладно. Ты готова? Где ты? Поговорила? Пойдем. Поехали. Посмотрим. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Давай, где ты тут на трассу-то, правда, вернешься, я не знаю. Так. Сначала посмотрю, что здесь для меня есть, нету. Едем. Жалко, что этого инопланетного нет. Так он разогнал бы под этих упырей. Вот, уже второй карман. Загрузка происходит. Ну что ж, могу вам сказать, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Ее видно из белой рощи. Пока.